Военные наводят мосты. Такие вот наплывные понтоны смогут в случае чего заменить полноценную железнодорожную переправу, которая находится чуть подаль. Но это делает ее заманчивой целью для потенциальных противников. Защита моста – вот цель занятий по боевой подготовке отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в Мышкинском районе. По легенде, диверсанты с помощью беспилотников пытаются подорвать переправу, а когда попытка не удалась, к мосту пытаются прорваться пара вражеских быстроходных лодок. Переправу охраняет сводный отряд военной полиции, подразделение охраны отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона и Росгвардии. Сначала на пути вражеские лодки встречаются с отрядом верховой заставы. Они ведут прицельный огонь по вражеским лодкам и уничтожают одну из них. Однако, по легенде, второй лодке удается прорваться к мосту, и здесь диверсантам уже встречают огонь низовой заставы. Сводный отряд охраны уничтожает и эту лодку. Сводные отряды отрабатывают два эпизода. Один из них проходил на земле. Подразделение охраны понтонной переправы в районе причала населенного пункта Коплино обнаруживает еще одну разведывательно-диверсионную группу. Завязывается бой. Автомобиль противника уничтожили, но он все равно пытается прорваться к переправе, чтобы попытаться подорвать мост. Но, конечно же, у диверсантов ничего не выходит. Есть небольшие огрехи, но я думаю, что в целом хорошо, на самом деле хорошо справились ребята. Кульминационный момент учебного занятия. По понтонному мосту едет транспортная колонна. Андрей Децель, Сергей Мазилов и Александр Давидик. День в событиях.